Первым номером нашей музыкальной эстафеты будет урок русского и литературы. Иногда преподаватели жалеют о своих просьбах. Итак, на уроке. Пушкин. Я вас любил, любовь, еще, быть может, в душе моей угасла не Пышиненко, совсем. Стоп! Что ты там мямлишь? Это же поэзия, читай с выражением. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Сергей Есенин. Семерых ощенила, сука! Стоп! Кожома, давай просто текст! Хорошо! Ну что ж, продолжаем раскрывать тему нашего музыкального домашнего задания «Музыкальная эстафета». И передаем эстафетную палочку следующему номеру. Песенка запасного футболиста. Я на лавочке сижу и на солнышко гляжу. Все сижу и сижу и на поле не хожу. Тренер, а почему я не играю, а зарплата идет? А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» в свои 36 ты все еще перспективный футболист. Да, я такой. Чтобы форму не терять, во дворе я стал играть. К мужикам выхожу и на лавочке сижу. А продай меня, большая черепаха. А нет. Тогда расскажи сказку, тренер. Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы. Да, без меня никуда. За «Спартак» сидел уже, за «Зенит» сидел тоже. За «Рубин» посижу и с футболом завяжу. Тренер, а куда деваются футболисты, которые потеряли форму? А они уезжают в тот город, где родились. Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня. Не бойся, чемпион. Да, я такой. Продолжаем бежать по нашей музыкальной дорожке и плавно переносимся в органный зал. Представьте, девушка притащила парня на концерт органной музыки. Слушай, Марин, пойдем отсюда, что-то я о смерти думаю. Тихо ты! Наслаждайся искусством. А в Олимпийском сейчас концерт Бритни Спирс идет. А в институте бесплатных билетов на Бритни Спирс не дают. Бабуля, вы с ума сошли? Церковь дальше. Браво! Подожди. Сейчас моя любимая начнется. Вообще бомба. Давай. Алло. Да, Серег, конечно. Можно тише, я музыку слушаю. Бабуля, опять вы? Я только послушаю. Смотрите. Бабуля! Уснул, что ли? Thank you.
что ты делаешь? Это же сам Геннадий Свистулькин выступает! Да какой-то фиговый твой этот пианист! Пианино — это то, что ты со своим сыном на 10-й этаж тащишь! Понял? А это вообще-то орган! Ты понимаешь, что сегодня аншлаг? Сегодня 6 человек в зале! Такого 10 лет не было! Ты можешь помолчать? Заткнись, быдло! Вот видишь? Да тихо ты, сам Свистулькин выступает. Дорогие друзья, и чтобы окончательно закрыть тему конкурса, я спою. Немного неискри мне звучит, но я мастер спорта. Под этой рубашкой выгляжу примерно вот так. Могу я, как было вот сейчас, но с крыши на крышу. Вау-вау! Таких же девчонок есть по 6 у всех мастеров. И чтоб доказать, что я не вру, 42 раза. У всех на глазах отжаться я от пола готов. Дорогие друзья, и в заключение от нас вам личный совет. Если у вас что-то не получилось в спорте, играйте в КВН.